Международный факультет, несмотря на сжатые сроки переезда, уже подготовлен к учебному процессу, а аудитории полностью оборудованы для занятий. Преподаватели и студенты ведут обучение в привычном режиме. Расположение в главном корпусе несет в себе не только временные сложности, но и весомые преимущества. Большой плюс то, что мы сейчас в главном корпусе. И близость, как бы, да, скажем, всех служб, всех преподавателей нас сближает. Как говорит наш декан, в тесноте, да не в обиде. Так что все нормально, будем решать по ходу те проблемы, которые возникают, но в принципе все хорошо, будем работать дальше. Безусловно, есть определенные сложности, они в основном связаны, и я думаю, они временные, они связаны в основном с тем, что надо, ну, привыкать немножко к тем расстояниям, которые теперь образовались. У нас ведется теперь образовательный процесс в 4 даже корпусах, и поэтому, конечно, вот такие расстояния, они накладывают определенные сложности для преподавателей, для студентов тоже. Расположение корпуса – не единственное изменение в образовательном процессе. На факультете постоянно налаживается взаимодействие с иностранными вузами. Например, сейчас обсуждаются вопросы об обмене студентами с польским университетом. Новый корпус – это, конечно, хорошая площадка. Самое главное – это, безусловно, новые проекты, которые мы хотим делать. И у нас действительно есть в обоими несколько международных проектов, которые связаны с расширение международного сотрудничества, тем более в рамках Национального исследовательского университета. Примечательен тот факт, что 5 магистрантов, отучившиеся первый год в ЮРГУ на международном факультете, поехали учиться в Финляндию на второй год.